Глава курорта Анатолий Пахомов обратился ко всем с призывом усилить меры безопасности на период новогодних праздников. Нам очень важно, чтобы первый год после Олимпийских игр был на самом деле очень успешным, очень организованным и безопасным. Милиция будет оказывать содействие, но охранять и делать безопасными объекты – это ваша ответственность. Поэтому будьте добры заключать договорные отношения с ЧОПами, с казачеством. Помимо этого, на заседании были подведены итоги работы всех служб, обеспечивающих безопасность. Так, по словам заместителя начальника УВД по городу Сочи Кирилла Кричинкова, полиция курорта перешла на круглосуточный режим работы. А вблизи мест проведения праздничных мероприятий организованы патрули и установлены дополнительные дорожные знаки, замедляющие движение транспорта. Около 750 человек вошли в народные дружины, которые также будут следить за порядком в городе. У Сочи хорошие наработки по организации безопасности, и все они будут применены в новогодние каникулы на всех праздничных мероприятиях.